Приветствую зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Assassin's Creed Valhalla на канале, как я и говорил, за кадром, короче. Завершил я эти водные набеги. Ну, честно, не очень мне понравилось. Вот. И сделал один простой набег, чтобы там дом еще один построить. Короче, ну и в этой части по допам пойдем. Я не знаю, насколько долго будет. Да, насколько долгим будет данный ролик. Времени сейчас не особо у меня много. Но я думаю, что часик поиграть можно. Вот, конечно, хотелось бы подольше, но... Но есть кое-какие дела, которые нужно сделать. Так, погоди. Плюс там интересная механика. Там, если ты идешь в набег, кого-то теряешь. Поднять парус. То в следующий набег он с тобой не идет. И тебе за деньги нужно нанимать команду, короче. Вот, там до 8 человек, по-моему, до 9, по-моему. Каждый такой наемник, ну, по крайней мере, пока, стоит сотку. Либо можно совершить набег, пока те, кто в прошлом набеге... скажем так, был убит. И они один набег пропускают. Можно хоть вдвоем пойти один набег сделать, вернуться. Ну и уже... Опа, опа! Это кто такие? Не, давай мы можем валить отсюда. Я не хочу с этими бандитами. Так, я понял, что здесь ловушки будут. Я об этом не знал. Парус поднять! Интересно. То есть тут еще и бандиты. Ну, нам как ни крути, нужно... Это же запад у нас получается. Нет, это восток. Все правильно, восток, запад у нас слева. А тут у нас сразу доп идет тварь из преисподнюю. Так, может, есть смысл нам тогда... Сюда тогда сходить, пока мы здесь. Равно у нас как бы эта серия... Эта серия будет чисто допы, короче. Почему метка не встала? Что видишь, Сюнин? Так, вот сюда нам нужно. Ну, пойдем. Хочется попроходить допы, надо немного прокачаться. Потому что с каждым разом становится сложнее и сложнее. Убили Даны. Даны ни при чем. Тут замешан дьявол. Это все проклятые Даны. Гнусные убийцы. Пусть платит Вергельд за тех, чьи тела сейчас на полях. Образумся. К чему данам убивать тех, у кого даже нет серебра? Вот! Вот идет мерзкий дан! Спросим у него! Ну, убийца со мной я бы вам не советовал.
Нифига она дерется. Все, нет. Эти саксы готовы биться за своих до конца. Весьма достойно. Спасибо, что пощадил их. Как тебя зовут? Эйвор, из клана Ворона, что в Мерсии. Я Вульфхильда, аббатиса Баркинга и исследовательница. Возможно, мы оба здесь по одной причине? Да, чтобы узреть плод трудов дьявола. Но какое дело данным до участи селян саксов? Если здесь бродят бешеный волк или медведь, я его убью. Иначе вина за бойню упадет на мой народ. Рада слышать это, Эйвор из клана Ворона. Посмотри на тела и скажи мне, что за зверь их растерзал? Так, изучить туши животных. Ну, пойдем посмотрим. Ну, там нифига он туша вообще где-то, блин. Следы укусов, но очень странные. И туши покрыты какой-то плесенью, хотя раны свежие. Допустим. Кровь свежая. Куда ведет след? Кто ж тебя сюда закинул? Боги. Какой зверь мог забросить туда бедное животное? Чего сдохла корова? От рук данов. Откуда ты знаешь? Это сделали воины Хродгара. Они поселились в старой церкви и терзают нас. Воинам ни к чему убивать коров. Я слышал, что рядом заметили зверя. Так, ну где-то еще что-то должно быть. Но я почему... Это был Йотун! Я видела его на торфяннике! Большого и мохнатого! Их так... не бывает! Ты видела дьявола, который вел души в ад? Блин, ты можешь наверх залезть? Блядь! Я могу оттуда, да, получается? Вы смелые, раз вас это зрелище не пугает. Знаешь, а я вот видела все. Все, что случилось здесь той ночью. Кто же это сделал? Волк? Медведь? Или дикий пес? Нет, Йотун! Высотой из дерева! И он смеялся, когда рвал тела на части. Прорычал свое имя, Грендель. Что за зверь оставляет такую плесень на своих жертвах? Женщина обвинила людей какого-то храбра. Что, убили Дана? Кто бы это ни был, убийца, он решил забросить душу коровы на крышу. Но та девчонка сказала, что виноват великан по имени Грендель. Может, это дело рук пьяных данов. А может, ужаснее. Нужно обсудить все это с Вульфхильдой. Сейчас обсудим. Yeah.
Да блин, ударь-то по вот этому ящику. Ну, руда и кожа. Не могу сказать, что это бесполезные вещи. Вещи очень даже полезные. Вульфхильда, я опросил всех, кого мог, и осмотрел мертвый скот. И что ты об этом скажешь? Думаешь, во всем виноват волк или медведь? Лесной зверь на такое не способен. Укусы, плесень. Странно это. Так это происки дьявола? Или ожил один из ваших деревянных драконов? Дьявол или дракон не остановились бы на этом. Думаю, все сделали люди. Девочка назвала имя. Грендель. Нет, смертным не под силу так рвать плоть. Уверена, ты не поспоришь. Я видел, на что способны люди. И это не предел. К чему им бродить в ночи и убивать скот? Верно. Этому объяснения нет. На скот напали уже трижды. Каждый раз те же следы укусов, ударов и пятна плесени. Тут бродит зло. Животных, убитых также, нашли в лесу к северо-востоку отсюда. Что ж, пойдем. Сюда. Поищем еще следы. Ну, пойдем, пойдем. Пойдем поищем. Так, погоди. А это у нас что такое? Запугивание. Ну, хрен его знает, надо мне это или нет. Мощь 55. Ну, не особо мощно. Так, ладно. Где она? Блин, она смысле. Ты идешь или чё? Где-то у тех деревьев впереди. Ты чуешь? Оттуда пахнет злом и гибелью. Да, этот запах мне знаком. Падали смерть. Смрад Локи. Блин, что-то какая-то здесь ерунда, мне кажется. Знаешь, почему-то Ведьмака вспоминаю, какой-то хрен, человек натянул там на себя и делает это все так, типа, это чудовище. Вот не знаю, почему-то так подумал. Спасите! Запах крови привлек голодных волков. Так, не успели, да, сожрать, это хорошо. Но тут смотри, тут корова лежит мертвая опять же. Тут вон череп какой-то. Волки тебя не ранили? Нет, я цела. Спасибо, я в тебе ошибалась. Ничего, расскажи, что случилось. Эти звери были очень голодны. Скажи, почему ты пришла смотреть на мертвый скот? Я ищу свою корову. Она пропала. И что, нашла? Нет, но тут топор Данов. Он принадлежит Хродгару, их вожаку. Ты уверена, что это его оружие? Да. Он вечно машет этим топором, когда требует Эля. Значит, я поговорю с этим Хродгаром. Та женщина уверена, что во всем виновны воины, что живут рядом. Пока других вариантов нет.
Я их знаю. Они поселились в церкви у Брисли. Я отведу тебя к ним. Их вожак, Хродгар, славный человек, хоть и язычник. Он не тронул бы скот. У тебя любопытный взгляд на мир, Вульфхильда. И очень мало предубеждений. Как и у тебя. Большинство язычников искали бы ведьму или чудовище, но не ты. Я видел много странностей, но их причины чаще всего просты. Пусть сперва и скрыты. Верно. Но церковь доверила мне объяснять необъяснимое. Порой благочестия для этого недостаточно. И твоя церковь со всем этим согласна? Нет, лишь терпит. Ведь Люцифер — обманщик, а пути Господни неисповедимы. Так что я изучаю все возможности. И земные, и сверхъестественные. И миришься с присутствием язычника? Возможно. Или допускаю, что и язычники, и христиане служат некой общей высшей цели. Блин, ну тут прям идти страшно. Тут людей кромсали уже, не только животных. Хозяйство Брисли. Эйвор, что-то не так. Люди Хродгара любят пошуметь, а тут слишком тихо. Держись позади, давай я все тут проверю. А ты не видишь, что ли, блин? Вот тут писец, как все не так. Осторожно, Вульфхильда. Вдруг убийца еще здесь. Их вожак, Хродгар. Его нет среди убитых. Я его найду. Так, а что значит взаимодействовать? Смотри, и тут ага. Та же, что на тушах коров. Селяне считают ее меткой дьявола. Что скажешь, Эйвор? Думаю, плесень приведет нас к убийце. Так, ну и куда нам? Осмотрите церковь, найдите Хродгара, да? Блин, чуваки. Здесь те же следы. Укусы, да и раны нанесены не оружием. Какому демону под силу убить столько умелых воинов? Эйвор, наверху! Еще кровь! Кто-то забрался на галерею или затащил туда тело. Ну, пойдем. Назад, не подходи, я еще не сдался. Ты ведь Хродгар, вожак этих воинов? Да. Из Финмарка, и горжусь этим. Пусть мне недолго осталось. У меня дурные вести. Твои воины пали. Но кто их растерзал? Чудовище. Оно убило нас всех, хохоча. Хохоча! Сломало мой топор. Истерзало меня. Я... смог доползти сюда. Кто это был? Ты видел? Гнусный йотун. Ночной зверь с края света. Он назвал себя Грендель. И сказал, что вернется. Ясно. Мы с тобой будем ждать его вместе. Нет, мои раны слишком тяжелы. Дух спешит прочь. Отправь их в Хельхейм за меня. Лети с крылатыми девами, друг. А я убью этого Гренделя, кем бы он там ни был. Нет, Дранг. Их было двое. Блин. Лучше спрятаться, чтобы...
не спугну демона. Притаимся здесь, пока он не вернется. Ждем до ночи. Отдыхай, воин. Я стану на страже и помолюсь. Вульфхильда, замри. Там что-то есть. Где там-то? Там внизу где-то что-то есть. Встань, играй. Встань, играй. Играть, играть. Сейчас. Играть. Зверь! Я убью тебя! Нет! Играй! Играй! Мама! Больно! Мама, мама! Мама! Больно! Твою мать! Играть! Грендель хочет играть! Теперь Грендель больно! Мама, я хочу домой. Ты кто такой? Господи, клянусь всем святым, что это было за чудовище? Не чудовище, человек. Как это не жутко, но Грендель был человеком. Откуда он такой взялся? Но откуда оно взялось? У всех нас есть матери, и он перед смертью звал свою. И у всех людей, даже самых страшных, есть души. Господи, прости этому человеку его грехи, одари милостью и любовью. Везде плесень. Оставайся здесь, Вульфхильда, я пойду по следу. И вечный свет пусть светит им. Пусть все успокоится с миром. Блин, еще два очка. Откуда взялась эта плесень? Пойду по следу Гренделя. След ведет на юго-запад. Ну-ка, стоять. Потрепанное письмо, Милдред. Мы бежим в Норвик, пока сюда не пришли люди Руда. В погребе кое-что осталось, так что забери оттуда все ценное по дороге. И поспеши, Даны хватает все и не щадят никого. С Богом, Эндрик. Так. Распустите уже. Блин, тут замок, нам нужен ключ. Почему он вот сейчас ударить не может? Он может загореться, это просто клево. Так, нужен ключ. Теперь я все посмотрю. Здесь ключа нет. Ладно, допустим. Так, письмо прочитали, да, мы это? Да, это мы письмо прочитали. Так, ну нам надо, видимо, куда-то сюда. А ключ он. Угу. Ключ вот он.
Пойдем попробуем найти ключ. Теперь пойдем обратно. В эту хижину. И откроем там подвал. Как никеля, неплохо. Слушай, ну прям тогда. И плюс один титан. Ну не зря, не зря. Не зря. Но по никелю, по-моему, мне нужен еще один. Я имею в виду свиток. Так, ну давай, ладно, раз уж опыт дают, надо его распределять. Поджигание плюс 3, урон от огня плюс 3. Давай-ка я не поджигаю нифига. А это у меня ближний бой. Когда вы совершаете добивание оглушенного, более слабые враги иногда будут сжиматься в ужасе. Я не знаю, надо мне это или нет. Она как-то, в принципе, пассивка. У меня здесь еще есть путь медведя. Пускай пока так. Дальше посмотрим. Опять же, здесь у нас поджигание. Здесь здоровье. Ладно. Потом определимся. Еще плесень. Я на верном пути. Откройте карту, чтобы найти цель. Это я не думаю, что я найду цель. Загадочный берсерк. Это пока что мы не то смотрим. Здание королей, это тоже, блин, не то. Смысл, я открыл карту. Грендель оставил за собой следы плесени. Грендель, похоже, пришел откуда-то с юго-запада Брисли. Найти логово. Источник плесени где-то рядом. Да? Ну ладно, пойдем туда. Блин, я надеюсь, здесь не будет всяких кабанов, которые в меня будут сейчас плесенью плеваться, блин. Как это было в прошлой части. Блин, там он довольно-таки сложный был. Возможно, что-то мы сейчас и разгадаем здесь. След ведет дальше, в эту яму. Ну, блин, придется прыгать. Так, а это что такое? 6 метров. Это что такое? Это просто нам показывает, что это яма здесь или что?
Ну, видимо, да. Да, да, да. Да? Так можно было? Блин, ну давай, факел поджигай. А то ни хрена не видно. С факелом-то не особо видно, бля. Так, ну добыча, добыча. Погоди. Если честно, страшно по таким пещеркам-то бродить. Вон где-то что-то там. Но надо ниже. А можно было ниже спуститься. Женщина пишет о своем сыне. Ну ты что загорелся-то, ну? Так, старый дневник. Мой мальчик, мой милый, дорогой Грендель. Глаза мои видят лишь беспомощное крошечное существо. Возможно, на вид он и не таков, как другие, но мое сердце переполняет лишь огромная любовь, подобная Божьей любви. Я не могу его предать. Они говорят, он долго не проживет, но я пойду на все ради моего малыша, моего Гренделя. Мне ниже надо. Блин, как бы в ловушку в какую-нибудь не попасть. Так, это что было? Нас попали. Блин, да это змея гребаная. А я-то думал. Так, ну нам вот туда, наверное. Потрепанный дневник. Мой Грендель, здравствуй. Вопреки всему, вопреки нашим соседям, другим детям и собственному телу, моя любовь и милость Божья — все, что ему нужно. Мы переберемся подальше от деревни. Ему не нужны чужие страхи, злобные насмешки, а то и гнусные угрозы. В этих местах лежит проклятие. Найдите, уничтожьте. Так, пыльный дневник. Грехи Гренделя подсудны лишь Господу. Мой простодушный мальчик не осознает свою силу. Прости его, Господи, он не ведает, что творит. Мой долг — заботиться о нем. Я буду. Я люблю его, я его так люблю. Мой мальчик, мой милый, дорогой Грендель. Как я должен найти тут что-то, чтобы снять, блин, проклятие?
А вон здесь какой-то ключ. Голову кружат видения. Что здесь происходит? Грендель! Грендель! Это ты? Отвечай! Ключ! Отлично, но... А вот же какая-то фигня. Замок. Нитингов снято. Но оно не все, что ли? Солгала мне о данных. Ради моего мальчика. Он не хотел никому вредить, но его не понимали. Он хоть и рос, но никак не взрослел. Мой мальчик. Мой милый, дорогой Грендель. Нужно рассказать все Вульфхельде. Нужно теперь отсюда как-то выбраться, блин. Че, наверх-то смогу? А мне тут наверх. Блин, пока не понимаю. Тихо. Вообще куда-то туда. Есть тут выход или нет? Блин, да, спрыгнуть-то легко было. Мне кажется, он там хрен вылезет. Так, я понял, будет лазить туда-сюда сейчас. Вон туда надо, я понял. Давай, пок.
не упади. Меч Ридриха, щедрого, белая рукоять. Одиноко лежу я в непроглядной тьме, в конце дороги теней. Но в руке человека благородных кровей я пылаю неудержимо. Принято складного заранее. Так, это куда? Это не туда, видимо, куда мне надо. Может быть и туда, куда надо. Хер его. Так отсюда теперь выбираться. Это 220. Да, это 174 наверх. Фигня, наверное, не горит, да? Ну, пойдем здесь. Может, что-нибудь найдем. Допустим, не зря сходил, да? Блин, ну задача-то найти выход. Так, ну а вот и выход, собственно, есть. А если бы были с другой стороны, дверь была бы заперта. Плохо, ладно. Очень даже хорошо, я бы сказал. Пойдем в Ульфильдой поговорим. Батисса. Эйвр, ты жив? Расскажи мне все. Я сразил чудовище, которое оказалось человеком, а затем нашел и убил его мать. Его мать? Она напала на меня во тьме, я защищался. Но это не подвиг. Бедные люди. Я помолюсь за них в аббатстве Баркинга. Ты уже уходишь? Я должна. Нужно рассказать епископу историю зверей из Восточной Англии. Лучше не упоминай меня. Мне тут нечем гордиться. Конечно. Может, поведать об этом в песне? В юности я слагала стихи. Попробую вновь взяться за перо. Но как о таком спеть? Многим сложно будет поверить в правдивый рассказ. Пусть люди услышат красивую сказку о героях и чудовищах. Ведь истина обычно холодна и редко кому по нраву. Она обжигает, как северный ветер. Да хранит нас всех Бог, Эйвр. Мне пора, но я напишу тебе, как закончу. Прощай. Спасибо тебе, Ульфхильда, и прощай. Сложи славную песню. Так, и еще два очка навыка, ништяк. Так, это у нас критический удар.
Давай уже, чтобы здесь было все, короче, сделаем. Ну откуда идет этот огонь? Угу. И здоровье. Так, ну давай на карту глянем. Нам бы по-хорошему еще сюда, да? Не-не-не, не сюда. Вот сюда нам надо. Гнев друидов. Пока что не буду. Так, ладно. Блин, до туда далеко. У нас 47 минут серия получилась. Давай, наверное, мы закончим на этом, потому что времени у меня осталось мало, и второй квест я уже не пройду. Как бы не хотелось. Да, поэтому на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Чуть дальше продвинусь по игре. Всем пока, до новых встреч.